Нынешние выпускники школ в 2019 году ЕГЭ по информатике будут сдавать на компьютерах, а не на бумажных бланках, как это было ранее, и, как пишут, это тест по всем другим предметам. Для сдачи экзамена был разработан специальный программный комплекс, который сегодня сочинские школьники и протестировали в рамках тренировочного экзамена. Ребята экзамен, контрольно-измерительные материалы получают непосредственно в компьютерной форме, работают в компьютере, и обработка будет производиться соответствующим образом. А в 2019 году мы опробируем эту форму, и ориентировочно в 2020 году она вступит в штатный режим, и все выпускники, выбравшие ЕГЭ по информатике, будут проходить экзамен в компьютерной форме. В тренировочном экзамене участие приняли 30 выпускников. Он состоялся в двух школах Сочи. А вообще подобное тестирование прошли школьники по всей стране. Те, кто планирует этой весной сдавать ЕГЭ по информатике. Надо отметить, что профессия программиста сегодня в числе престижных и высокооплачиваемых. Но, несмотря на это, ЕГЭ по информатике выбирает совсем небольшой процент сочинских школьников. Из 2000 выпускников всего порядка 140 человек сдают госэкзамен по этому предмету.